Когда я начал заниматься онлайн фэшн, когда я открыл интернет-магазин обуви и одежды в России, моя жена плакала. Она плакала, потому что она не знала, как мы будем покупать лекарства для сына и так далее. Потом мои друзья собрались, сделали вечеринку, чтобы отговорить меня от этого. Они сделали вечеринку и воздействовали на меня, групповое воздействие, сказали: «Оскар». Групповое насилие. Да. Русские женщины не будут покупать обувь по интернету. В Германии женщины покупают обувь. Ты видел, какая? Русские женщины. Ты видел, на каких они каблуках, по льду ходят? Не будут.